Этот мотоцикл я продал 4 года назад. А зачем? А потом поменяемся просто, может. Пусть он едет на твоем, а ты едь на моем, а я на его, короче. Здорово, братан! Это самая тяжелая поездка в моей жизни. Вечером. Свободно? Смотрите, бэха, 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 бэха. А? Сиськи залезь там еще, Маруся. Друзья, всем привет! Сегодня мы будем катать девчонок, девичник. Вы любите девичники? Я люблю девичники. Ты приезжаешь, там весело, ты катаешь девчонок. Девичник — это хорошо, но не забываем, что мы отвечаем за девчонок и включаем режим капитана улитки, когда мы катаем девушек. Естественно, хочу вас поблагодарить за лайки, комментарии, которые вы оставляете под видео. Напишите, какая из девушек вам больше всего понравилась. Отметьте какие-нибудь ситуации интересные в видео по тайм-коду. Я немного был разочарован, потому что мне было довольно трудно собрать пацанов на эту покатушку. Я даже не знаю, сколько их соберется. А собралось тут что-то слишком много людей. Я не понимаю, откуда эти все люди. А что это за прикол? А? Здорово. Да подожди, я не понял, что происходит. Сейчас я разберусь тут. Я только хотел сказать, как я разочаровался, что я не собрал всех и никто не писал там. Вот хочу вручить торжественно ключ, который у меня пролежал 3 года или сколько? 3 года? 4 года? Вот этот мотоцикл я продал 4 года назад и вот только что отдал ему ключ. Молодец. Да, молодец. Наш ведущий колонны Олаф, Женя на БМВ. Все тут, людей много. Я немножко запутался даже. Я просто охренел даже, можно сказать. Девчонки с нами. Небольшой минус, что лица колонна разрывается. Там часть, здесь часть. А? Узбегвела съелу. Винч зин. Я сказал, он знает, куда мы едем. Вон остальная бригада подтянулась. Все. Все в сборе. Ракеты наготове. Оказалось, что парней больше, чем нужно, со шлемами. Это знаете, как у нас была недавно покатушка? Там девушек буквально разрывали просто. Потому что девушек было меньше, чем парней. А все хотели покатать девочек. Вот такие вот парни. Сейчас все втопят здесь. Bitch, I'ma still up, fuck all that talking. My gang gon' go. Put cash in your head, get sold like an auction. I see green lights. Bitch, I'm on go, and I'm never stopping. Bitch, I'm on go. I'm a beast, I'm hungry for, so I had to eat. Get on my ass and get on my feet. I love my daughter, she call me deep. So much in my mind, I can't even sleep. Need dress on my sister, come my mind and read. Never thought she was. Такой толпой, когда катусишь. О, блин, как он близко, да, показал влог. Очень хорошо, когда парни понимают, что делать. Из лишних движений летают. Плюс, если есть громкий выход, когда ты проезжаешь мимо какой-то улицы, машина стоит, пропускает одних, а кто-то отстал, ты можешь погазовать, чтобы он такой задумался, а, там, наверное, еще парни едут, постою-ка я подожду и не поеду, а то из-за поворота херак и еще наши пацанчики поехали, а там херак он выезжает, и бабац, авария, блин, как красиво они едут такие, пипец. Блин, просто не могу нарадоваться на вас. Красный светофор, опять мы разделились. Гребаный кибастус. А?
Сегодня РР. А зачем? Это удобнее. Мы приехали, я первый раз вообще еду здесь. Я даже не знал, что сюда какие-то кораблики приходят. Пахнет рыбой, что ли, какой-то. Блин, непонятно, чем, короче, пахнет. Я надеюсь, мы вообще туда приехали. Какое-то очень странное место, конечно. Я возьму себе какую-нибудь маленькую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ты возьмешь самую тяжелую девушку. Понимаешь, потому что это же, ты понимаешь, для кого девичник. Если ты этого не сделаешь, то потом все узнают об этом, дружище. Короче, ну привет, Маринка, привет, привет. Привет, я бы тебя поцеловала. Да. Чао, привет. Ольга. Денис, привет. Чао, привет. 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 А потом поменяемся просто, может. Ну что, ребята, все девушки хотят кататься, и большие, и маленькие. Мы, конечно, не ожидали, что будут две такие крупные девушки, но ничего страшного. Да, все пошло не так, короче. Петров, не, едь на моем мотоцикле, только там очень острые тормоза. Понимаешь, там девушка крупная, мы не можем ее никуда посадить. У тебя мотоцикл специально для крупнокалиберных. Пусть он едет! Пусть он едет на твоем! Пусть он едет на твоем, а ты едь на моем, а я на его, короче. Ну едь, едь на спорте, давай, едь. О! Зашибамба! Нормально. Все. И поехали. Ой, как тяжело едется-то. А где Петров на моем мотоцикле? Кто выбрал этот гребаный маршрут? Мы едем по брусчатке. Здорово, братан! А вот Петров едет, кайфует на моем мотоцикле. Красавчик. Зато не хочется гонять, типа... Ой, блин, что-то этот бордюр не уехал, почти что. Зато прикиньте, о, поезд наверху. Как этим помпушам приятно, что их катают. О, блин. Поворот, поворот, входим, входим. Фу. Niggas hang in my city, but I'ma put them on a belt. Yeah, I don't owe nobody shit, my nigga. Of course I think I own the shit, little nigga. Bitch, if you fit here, what a shoe if you feet. Bitch, if you fit here, what a shoe if you feet. Throwing shots like Curry, fast call, no swerving. I fed the verse of they chirping, cause the people all feel worthy. I'm with whatever you with. If you got an issue, you know we can solve it. Pull up on who? Bitch, I'ma step up, man. Fuck all that talking. My gang gon' go. Сердцеедка, сердце, сердцеедка. О, блин. Андрей, как всегда, на жопу поставил камеру. Вон, видите, у него камера там, камера сям. Ну что, как будто в качалочку сходил, пацаны. Сейчас мы уже почти что приехали. Это нормальный экспириенс такой. У меня правая рука немного болит, затекла. О, привет, привет, Оля. Вот, сейчас красивые фотки тут пофоткают. У меня вся спина мокрая. Ну чё, как? Тяжело? Тяжело? Мне тяжело? Да, это самая тяжелая поездка в моей жизни. Я исправлюсь. Нормально, нормально. Да. Для первого раза, мне кажется, вполне. Короче, я торможу такой и такой, what the fuck, тормозов нет. Ну чё, а как ощущения? Охеренные. Офигенные, да? Да, да? Ну это хорошо, у меня тоже охеренные ощущения. Но я первый раз такую тяжелую девушку вез. Да. Блин, я торможу, у меня тормозов нету, короче, пипец. Ну, все хотят кататься, что поделать. Пару слов о моем мотоцикле, Петров, классно, да? Не, ну, да, ехать легко, легко, да, ну просто первый раз ехал только на твоем... Но? Только тормоза немножко, да, жесткие. Офигенные тормоза.
Вы контент ворую, вы слепинки. Смотрите, прокатил девушку и сломался мотоцикл. Это карма, ты, наверное, что-то плохое подумал. Жидкость потекла, скорее всего. Как тебе, понравилось? А что вечером? Свободно? А? Ладно, потом поговорим. Потом поговорим, да. Марусь, сфоткай нас, пожалуйста. Вот, с человеком. На фоне бэх давай. Да, вузик, блин. Смотрите, бэха. Диан, это чужой мотоцикл, я не знаю, что это. Серьезно, я просто сел и... Отойди, пожалуйста, чуть. Короче, поставим его обратно. Вот, смотрите, вот такая же Хунда. Ну, похоже, я сел, короче, начал толкать. Да, тут, конечно, хаос такой нормальный. Андрей, хватит девочек снимать, а? Я это тестирую камеру. Ага. В сиськи залезь там еще, Маруся. Ты что, уже мороженое жрешь? Нифига себе ты, блин. На БМВ прокатился, мороженое решил пожрать? Да, да. Мажор гребаный. Отмечает поездку на мотоцикле БМВ, да? Да? Пожалуйста. А страшно ехать? Не страшно, когда ты будешь надо наклоняться в ту сторону. Я думаю, если сейчас наклонюсь, ну вообще упадешь. Не, нормально, просто надо наклоняться вместе со мной сразу. Я поняла, да. Немножко трэша. А сейчас парни, наверное, здесь открутят некоторые на этом мосту. Одно из самых любимых мест, где вольнуть для пацанов. Ну, мы-то не будем откручивать. Единственная пара, которая едет правильно, ребят. Вот как нужно кататься в экипировке. Видите, катается муж и жена. А мы чисто все-таки голышом. Вот я думаю, лезь тут или иди, лезь, пожалуйста, едь, пожалуйста. Просто когда мотоцикл на ходу, тогда легче уловить равновесие. Вы у меня там спрашивали, где вот такие жилетки какой-то у парня найти. На eBay просто заходите, покупайте. А то, что у него написано Дея, вы можете придумать, что хотите там, в принципе. Давайте. Ой, бляха, я заглох. Я прокатил эту женщину. Первый раз она была на мотоцикле, вы сами все слышали. Я сделал ее счастливой, я сделал ее вечер. Вообще мы сделали вечер этим девушкам. А вот там мотоциклы мы, наверное, не поставим, потому что праздник города, и тут просто творится трэш. Просто трэшняк творится. Мы заедем сюда. Вон с колясочками идут. Проходите с колясочками. Мы пропустим. Все, а теперь вы нас пропускайте. Взаимопонимание. Все. Интересно, мы отсюда выйдем потом? Ну просто, я не знаю, теперь я буду ходить как на этих, как на пружинах. Я вообще не понимаю, зачем? Спасибо. Да. Спасибо. Давай фоткаемся, здорово. Да. Так, без шлема, да. Сохранность. Да, хорошо, моцик целый сохранен. Дашь свой номер телефона? А что, я так долго? Да. Да подожди, ты не видишь, я у девушки номер телефона хочу узнать. Блин, пипец.